Так, готовим картошку сосисками. Здесь у меня 4 штучки картошки среднего. Немножко обжариваем. После добавляем наши сосисочки. Сюда одну лук репчатый и сельдерей. Сельдерей у меня 2 репчатые. Закрываем крышку, тушим 10 минут. Добавляем 1,5 помидорочки. Так, тут у меня паприка сладкого, молотый перец, куркума, зира, кунжут, черный перец, а также гвоздика, 3 штучки для такой запаха и вкуса. Все это отправляем сюда. Сразу посолим. Посолили. Немножко соевого соуса. На среднем огне 20 минут. В течение 20 минут 3-4 раза можно его смещать. Для того, чтобы не сгорелся снизу. Там раз сделали, каждый раз 5 минут. И все. А с маленьким огнем будет готово. На самом последнем зелень добавим. Сейчас даем обратно огоньку на полную мощность. Добавим зеленочку. Это у меня здесь кинза. На самом последнем лимонный сок. Половину лимон сок. Берем половину. И добавляем. Пахнет хорошо. Отлично. Прямо то, что надо.
И еще 2 минуты, прямо 2 минуты, буквально 2 минуты, и все. Готово. Так, у нас готово. Пробуем. Прямо горячо. Бомба. Вкус отлично. Всем приятного аппетита, друзья. Кто не подписан, а также подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Всем вам хорошего просмотра. До скорой встречи.